В Орловской области начал свою работу первый построенный по евростандартам изолятор временного содержания. Здание накануне открыли в Амценске. Проектирование объекта началось в прошлом году. Именно тогда Орловская область была включена в федерально-целевую программу по строительству ИВС. Конечно, хотелось бы их сразу все построить там, где они есть. Но самое-то главное, хотелось бы, чтобы там как можно меньше было людей. Это положительный фактор, что наше государство идет по пути того, чтобы эти учреждения и тюремная система тоже перестраивалась на реформацию с точки зрения соответствия европейским требованиям, стандартам. Двухэтажное здание площадью 1500 квадратных метров было построено раньше сроков. Проект соответствует всем евростандартам подобных учреждений. Это помещение с медблоком, камерами, современным оснащением служебных помещений, а также столовой и комнатой отдыха для рабочих ИВС. Следующий подобный изолятор будет открыт в Орле. Работы планируют закончить до конца этого года.